привет! А привет. Ты что тут делаешь? Привет! Лер, а что ты так накрасилась? Если честно, не очень. Вообще-то это модно. Лер, у меня так бабушка лет 50 назад красилась. Дарина, если ты не знаешь, то мода возвращается. Дарин, успокойся, она колхозница. Реально. Мы еще посмотрим, кто из нас колхозник. Если вы не знали, то сегодня-завтра все будут выглядеть так, как я. А я буду первой. Лера, удачи. Дарин, не слушаю. Ты одеваешься лучше всех. Твоя одежда, ты просто макияж. Не слушаю ее. Дима, натуральность лучше всего. И классика будет всегда впереди. Дарина, вообще-то девушка всегда должна следить за модой и краситься вот так вот ярко, чтобы она всегда была в центре внимания. А ты одеваешься как серая мышка и красишься как серая мышка вообще ни о чем. Да ты что? Лера, ну ты мочишь, да, я не слушаю ее. Лер, в 2021 году модна классика, а не вот это вот все. Дарина, ты что совсем не понимаешь? Если все девчонки будут краситься и одеваться как ты, то этот мир станет серым и гнусным. И вообще, весь мир держится на таких ярких, веселых девчонках, как я. Да? Ты что? О, привет! Привет! Смотри, я купил тебя, а ты купил меня. Блин, вообще красотка из-за полочки. Да. Только тебе чего-то не хватает. Чего? Макияж! А, точно! Фу-фу-фу, Аня, не слушай, будешь такая же обезьяна. Ань, прислушайся, что тебе умные люди говорят. Господи, ну только посмотри на этих две серых крысы. Скучные и какие-то страшные. Ну а мы веселые девчонки, вы просто нам завидуете. Да все равно, ха-ха-ха. Да, кстати, давай, переезжай ко мне. Давай-давай, сюда-сюда. Дим, вот так, скажи, кому такие девочки могут нравиться? Сейчас вот тебе не нравятся? Такие макаки точно нет. А вот я тебе нравлюсь? Ну ты, конечно, не нравишься, ты самая лучшая. Лер, ну только смотри, ты должен меня накрасить так красиво, прям как богиню, а не вот так вот это вот сидит. Сестренка, ну ты что, во мне сомневаешься? Все будет на высшем уровне. Давай, поворачивайся ко мне. Ты слышал? Две сестренки. Вот увидишь, будет ходить, смешить всю школу. 100%. Кстати, Анька, если мы с тобой одинаковые, то нам нужны и имена одинаковые. Угу. Ты будешь Ляля, а я буду Лёля. Да ну, Лера. Да не просто завидуют, успокойся. Клоуны. Давай я себя буду красить. Ну да, ну да, конечно завидую. Вы слышали? Ляля и Лёля. Ой, да чего вы там ржете? Вообще-то Ляля и Лёля это очень нежные, красивые и популярные имена. Зоопарк я видел, два павлина. Ляля и Лёля. Да чего вы постоянно ржете с нас? Ляля, успокойся, они просто не наш уровень. Да не сдолбали, они постоянно над нами смеются. Может, мы что-то не так делаем? Сегодня смеются они, а завтра будем смеяться мы. И вообще, мы самые красивые девочки в этой школе. В нас любятся все мальчики. Прям все-все? Прям все-все-все. И даже Влад Лерпор? Да по-любому, он перед такой красоткой не устоит. Точно? Точно, Ляля, успокойся, давай, я тебя буду красить. Ты же просто красотка. Анька, не слушаю, раньше да, была плюс-минус красотка. А станешь, знаешь кем? Ладно, я лучше промолчу, не буду тебя обижать. Ляля, успокойся, они просто нам завидуют. Ведь мы такие красотки, ты представляешь, что нас ждешь? Это тусовки, клубы. Мы ж будем тупо отдыхать. Ирина, знаешь, на кого они похожи? На кого? На 70-х? На продавщицу из столовки. На бабуалю. Точняк! Реально большая копия. Но только вот это вот еще чуть-чуть подкрасить. Тут стрелочки и будет вылитая копия. Реально. Вы там поговорите, поговорите. Кто на бабу Галю похож, так это ты, Дарина. Так, в принципе, все, можешь красить губы, угу. Только ярко. Мы должны быть самыми яркими и классными. И потом меня будешь красить. Окей. Давай, быстрее. Я пока буду готовиться. Ляль, ну что, ты там скоро? Угу, я уже все. Давай, я тоже должна подкрасить губы. Ой, ну ты вообще красотка, Ляля, я тебе говорила, что ты будешь лучше всех. Блин, что правда? Я прям чувствую, какая я офигенная, классная, сияющая, дикая клубная тусовщица. Да, Ляля, да, только тебе еще нужно будет губки немного пухлее сделать. На. Да, сейчас я их побольше наведу. Дарина, ты представляешь, если все пацаны придут, они, это вообще что будет? Влад до конца дня не доживет, он в обморок скорее упадет, чем... начнется с ней встречаться. Я тебя уверяю, на нее даже ботан не посмотрит. Что ты там сказала? Ботан не посмотрит? Да на меня посмотрят все. Знаешь почему? Потому что я чекуля лучше, чем ты, Ляля, серая Ляля, мышь. Ляля, успокойся. Я тебе уже много раз говорила. Ну только посмотри, как она одевается.
одеваться? Серые штаны, серая кофта, волосы эти. Ну вообще, где яркость, где эмоция? Вот мы с тобой реально такие красотки, такие яркие. Нас все будут обращать внимание, и все захотят с нами встречаться. Ха-ха-ха. Девочки, если честно, накрасились вы, а стыдно мне. Точняк, точняк. Дарина, мне тоже за тебя очень стыдно. Вот смотри, ты не красилась, а страшненькая такая. Прям аж плакать хочется. Всем привет! Привет, Ули! Девчонки, вы такие яркие, позитивные, не ожидал. Спасибо! Паша, не гони, тебе что, нравятся тебе мартышки? Паша, реально, пожалуйста, не говори то, что они тебе серьезно нравятся. Не, ну а что, одеты прикольно, красивый макияж, красивые гурики. В общем, мне нравится, прикольно. Аня, а можно я, пожалуйста, сяду на свое место? Не можно. Почему? Ну это ж мое место, сядь на свое, пожалуйста. Ботан, твое место теперь там. Вали, вали, вали. Ой-ой-ой! Паш, вот они тебе нравятся. Ты хоть знаешь, как они себя называют? Паша, вот это Ляля, а вот это Лёля. Ну это ж просто ржака. Это ж надо было придумать. Девчонки, что в натуре? А кто из вас Ляля, а кто Лёля? Я Ляля. А я Лёля. Я знала, что ты оценишь. Прикольно, зачет. Да, Паша. Видимо, со вкусом у тебя провалы. Ботан! Только ты не говори, что тебе нравятся эти две мадмуазели. Они, конечно, красивые, нарядные, накрашенные, но правда не мое место заняли, а так вполне симпатичные. Ну что, выкусила? Офигеть! Ботан, больше ко мне можешь даже не подходить! Ты еще скажи то, что вот эти вот две красивее меня. Конечно. Ларюсик, успокойся! Девочки, не ссорьтесь! Вот они, конечно, яркие, красивые, а ты, Дарюсик, ну, тоже симпатичная. Дениска, ты все сказал? Чтобы ты ко мне больше не подходил, чтобы я тебя после себя вообще не видела больше. Они просто не понимают в красоте. Да я уже заметила. Ну, Дарюсик, вот не обижайся, я тебе как только что не скажу, тебе все не нравится, то назову тебя бабочкой, гусеничкой, тебе не нравится. Слышь, очкарик, иди в попу. Денис, нет у тебя больше Дарюсика, встречайся он с теми макаками. Всем привет! Привет! Зацените, я подстригся. Опа! С обновочкой! Она же парни! А ну иди сюда! Давай, давай! Сюда, да! Вот, Дос, ну посмотри, кто у нас тут в классе? Как тебе нравится стрип? Две курицы намалеванные. Посмотри на тебя, петушок! Ну, в принципе, Диман, неплохо. Мне нравится. Очень красиво, девчонки. Спасибо. Походу, братан, у тебя тоже со вкусом проблемы. Да тут у всех проблем, кроме нас. Слышь, Паша, прикольные. Ну да, такие интересные. Красивые. Ты слышала? Владу понравилось. А я тебе что говорю? Потому что мы крутые, красивые чики, а не вот эти вот серые крыски. Зануды. Согласна? Лера. Да, Влад, что ты хотел? А как так случилось, что вы такие яркие, красивые? Влад, ну это мода такая. Вот мы просто первые девочки, которые вошли в эту моду из нашего класса. Только посмотри на нас, какие мы прекрасны. Вот давай нашу кричалку. Да, давай. Клубничка красная, мы прекрасны. И Денис, Денис. Хорошо. Наш девиз четыре слова. Мы принцессы Тартарова. Вы что, обалдели? Кикиморы две. Кикиморы, да? Смотри, что мы умеем, крыса. Неплохо. Вы думаете, вы самые лучшие? Разойдитесь. Смотрите и учитесь, как танцуют настоящие дети. Дарина лучшая! Дарина, класс, супер! Что я вам скажу, Дарина? Одним словом, отстой, вообще ни о чем. Ты че, вообще офигел? Придурок. Девчонки, вы такие классные, такие красивые.